Вы просили, мы сделали. Сегодня мы покажем вам небольшую подборку I.O. игр, которые популярны в последнее время. Конечно, мы упустили змейку, бумагу и прочие старые I.O. игры, о которых вы все прекрасно знаете. Однако не стоит переживать, те игры, что мы взяли в подборку, тоже весьма простые и довольно увлекательные. Вы на канале Alpha Android Games, и мы начинаем. И первая игра, которую мы бы хотели вам показать, это Magicka I.O. Такой себе батл роял с волшебной палочкой и заклинаниями. Игровой процесс здесь довольно простой. Вы запускаете волшебный шар по прямой. Он летит и может попасть в противника. За каждое убийство вам начисляют опыт, а с поднятием уровня вы получите шанс открыть новые перки. И вот здесь начинается самое интересное, ведь в игре есть целая куча этих самых перков. Они увеличивают скорость бега, скорость полета снаряда, добавляют периодический урон от яда в ваши магические снаряды, повышают ваше здоровье, но самое главное, что они могут, так это изменить вашу магию. Причем сделать это довольно кардинально. Все дело в том, что в игре есть три элемента – вода, огонь и земля. И в зависимости от того, какие элементы вы выбираете, меняется ваша атака. Так, к примеру, выбрав воду и огонь, вы сможете метать молнии. Причем магия молний делает ваши атаки направленными, и они будут преследовать противника, поворачивая в нужную сторону. А соединив камень и воду, вы получите лед, который может пробить врага насквозь, да и наносит неслабый урон. Кстати, помимо комбинирования магии в самой битве, вы еще можете изменить своего героя, добавляя ему различную экипировку и покупая новые скины с уникальными навыками. А чтобы достать побольше денег и экипировку, открывайте сундуки, потратив на это кристаллы или же специальные ключи. Кто бы мог подумать, что мы когда-то увидим игру про дыру, причем довольно забавную и увлекательную игру про дыру. Следующая в нашей подборке – Hole.io. Суть этой игры также проста. Вы будете играть за дыру, которая может ездить по земле. При этом ваша задача – сбрасывать с себя все на своем пути. Вот только некоторые объекты довольно большие и не влезут в вашу дыру. Поэтому сначала ищите что поменьше и увеличивайте свои размеры, попутно не забывая поглощать других игроков. Вам будет доступно несколько режимов, но смысл игры это не меняет. Ваша задача – просто пожирать все на своем пути. А чтобы внести в игру некоторое разнообразие, разработчики добавили целую кучу скинов для ваших дыр. Часть из них можно разблокировать за подписку Amazon, другие же открываются за выполнение уникальных заданий, по типу набрать 1000 очков или сожрать всех оппонентов. Ну а если такие аркады не для вас и вы больше любите стратегии, то вот вам State.io, игра, что отправит вас на завоевание целого мира, только не всего сразу, а по частям. Как и в предыдущих играх, смысл здесь довольно простой. Нужно уничтожить все точки оппонента при помощи своей армии. Армия эта автоматически создается в уже захваченных вами регионах. А выбрав один из них, вы сможете отправить солдат в бой. Чем больше точек вы захватили, тем быстрее будут появляться ваши солдаты. Так что старайтесь занимать выгодные позиции и следите, чтобы враг не отобрал их у вас. Но если победить все-таки не удается, то перед началом битвы используйте золото, чтобы улучшить параметры своей армии. Здесь можно повысить количество солдат, увеличить скорость их появления или же повысить количество золота, что вы будете зарабатывать вне игры. Помимо улучшений, есть возможность изменить вид своей армии, сделав кружочки ракетами и изменив цвет. По факту игра очень простая, но весьма забавная. И хотя первые уровни довольно простые, на более поздних стадиях искусственный интеллект становится немного умнее. Да и к тому же врагов становится больше. Вот такая вот простая подборка из очень забавных игр сегодня получилась. Ну а вы расскажите в комментариях, в каких I.O. играх залипаете вы. С вами был канал Alpha Android Games, до встречи в следующем выпуске.